Муфтия Дагестана оказал поддержку еще двум медучреждениям республики. Это центральные больницы Табасаранского и Новолакского района. Им были переданы кислородный концентратор для больных пневмонией и необходимые медикаменты, средства индивидуальной защиты, а также продуктовые наборы. Это все, что нужно сейчас в данное время. Это очень нужно. Миранемы, тем более, сейчас не могут доставать. Это очень дорогостоящий препарат. Спасибо вам большое. Врачи рассказали о ситуации с коронавирусной инфекцией и выразили готовность бороться за жизнь каждого пациента. В похоронах собираться, обниматься, это все. В основном, вот, которые у нас поступают, процентов 80 все после похорон, которые в тяжелом состоянии, взрослые люди. Мы выражаем вам благодарность за помощь. Будем стараться мы во благо народа, как говорится, оставались дома и соблюдали вот этот режим самоизоляции, берегли себя и своих близких. Представители муфтията также выплатили долги малоимущих людей, которые вынуждены были брать продукты питания в магазине, не имея на это средств. Баркала, пусть Аллах даст вам еще силы и возможности людям помогать.